Как стало известно журналистам «Волгоград-1», только на прошлой неделе в нашей области за медицинской помощью обратился 151 человек. Кроме того, за текущий сезон уже зафиксировано 626 взрослых и 421 ребенок среди пострадавших. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Волгограде. На втором месте оказался Волжский – 535 и 62 человека соответственно. Напомним, что клещи переносят такие заболевания, как тулеремия, иксодовый клещевой боррелиоз, крымская геморрагическая лихорадка, которая начинается с повышения температуры до 40 градусов, возникновения слабости и ломоты по всему телу. Стоит отметить, что администрация Волгоградской области принимает меры для борьбы с кровопийцами, регулярный покос травы. Волгоградцам советуют быть осмотрительнее при выезде на природу и использовать репелленты. Николай Зимин, телеканал «Волгоград-1».